А мужская и женская обувь категории Кремет у нас Англия, Shoes A называется данная позиция. 39 размер, абсолютно новая. Бренд Graceland, популярный обувной бренд. Новая обувь. Мешки по 25 килограмм. Так, давайте посмотрим вот эти ботинки. Тяжелые, но абсолютно новая, с этикеткой. Кожа натуральная, размер 44 здесь указан. Есть, кстати, носки Made in Italy. Носки бонус это в подарок. Других заначек, по-моему, нет. Если найдете, скажете. Кожа натуральная. Так, 39 размер. Тоже вот новая. Made in Italy. То же самое стоит. Кожа натуральная. Сейчас посмотрим более подробно. Так, натуральная кожа, да. Обувь демисезонная, тут есть и лето, и зима. Женские сапоги тоже в хорошем состоянии. Натуральная кожа. Размер 40, кстати. 40 размер, натуральная кожа, вот такие вот женские сапоги. Так. Размер здесь не указан, но состояние отличное. Искусственная кожа. В очень хорошем состоянии. По-моему, практически новый даже. Так, далее идем. Натуральная кожа, очень мягкая. 40 размер. Абсолютно новый. Кстати, бренд H&M. Размер 40, H&M, натуральная кожа. Тапочки. Тоже в идеальном состоянии. Кстати, они еще новые. Тоже Made in Italy. Размер 40 указан. А женские туфли. Тоже новые. Натуральная кожа. Размер 39. Made in Spain. Это испанские. Так, кроссовки. А размер 41 здесь указан. Тоже то ли новые, то ли практически новые. Без видимого износа. 41 размер, натуральная кожа частично местами, вот здесь. Тоже хорошая пара обуви. А дальше, 39 размер здесь указан, тоже в идеальном состоянии. Кожа, по-моему, искусственная, сейчас посмотрим. Бренд Tamaris, популярный, хороший бренд обувной. Tamaris. А, смотрите, тут даже наклейка есть, скорее всего, обувь еще новая. 70 евро когда-то все стоило. Состояние отличное. Так, идем дальше. 39 размер, Made in Spain. Проверяем замки. Так, состояние отличное. Без брака, без дефектов. Да, все отлично. Весит данный мешок 25 килограмм. Англия, Shoes A называется данная позиция. Размер 41. Тоже абсолютно новые тапочки. Летняя обувь, я говорил, попадается. Бывает здесь. А бренд McKinley. Тоже, по-моему, абсолютно новый еще. Размер 39 указан европейский. У меня когда-то были такие в школе, украли. В 10-м. Нет, в 11-м. 8. Так, дальше. Размер 38. Тоже подошва в хорошем состоянии. По-моему, не носили. Здесь вот что-то прилипло, но тут мы видим, что состояние отличное. Так, замочка нет. Здесь что написано? Ну да, все искусственное, тут ничего натурального нет. Вот такие белые ботинки из 40 размера. Тоже, судя по подошве, без какого-либо износа. Посмотрим внешне. Ну, вот видите, какие-то эти есть следы. Лакированная блестящая обувь. В принципе, состояние хорошее, за исключением вот этих пятен на носу. Так, здесь у нас размер 41 указан. Тоже в отличном состоянии. Аж блестят. Больше ничего полезного тут нет. Состояние отличное.
Так, детская обувь встречается. Ее, кстати, мы не считаем, когда считаем себестоимость. 28 размер указан. Мы просто не учитываем детскую обувь. Искусственная кожа. Состояние отличное. Вот еще одна пара детской обуви. Даже, я бы сказал, пинетки. Очень маленькие. 39 размер здесь указан. Значок стоит, что это натуральная кожа, хотя у меня большие сомнения по этому поводу. Размер 39. Состояние отличное. Вот эта вот кожа натуральная. И есть значок. И на ощупь. Пятый размер указан здесь. В отличном состоянии. Так. Натуральная кожа. Размер 38. Тоже, кстати, в хорошем состоянии. Без какого-либо сильного износа, без замечаний. И натуральная кожа, размер 44, made in Italy. Тапочки большого размера. Сильвия Кельвин. Не знаю, что за бренд, но размер здесь 37. Так, 36 размер. Натуральная кожа. Но это на лето уже остается. Бренд Каппа. 38 размер указан. Хорошее состояние. Так, 39 размер указан. Практически новые. Кстати, вот тут есть бонус вот такой вот для хранения обуви. Состояние отличное. Так, что у нас тут такое? Размер 40 указан. Насчет кожи сомневаюсь, что натуральная, по-моему, искусственная кожа. Размер 40, состояние идеальное, отличное. 37 размер указан здесь, тоже в прекрасном состоянии. Но это все летняя обувь. Несколько пар вот есть летней обуви. Также есть демисезонная и зимняя обувь. 37 размер здесь указан. Кожа искусственная, состояние отличное. 37 размер. Идеальное состояние. Так, подошва практически чистая. Износ очень незначительный. Размер, правда, какой, я не знаю. Ну, ладно. В общем, видели. Поехали дальше. 42. 42 размер. Тоже в хорошем состоянии. Искусственная кожа, правда. Ну, состояние хорошее. Размер 42. Так, ботинки. Ботинки мужские 45 размера. Бренд Tommy Hilfiger. Натуральная кожа. Правда, смотрите, вот тут носок уже темный. Я не знаю, такой должен быть или это последствия износа. Здесь вот тоже есть темные пятна. Ну, в какой-то мере придает какую-то определенную брутальность. Да, кожа натуральная. В принципе, Tommy Hilfiger отличные мужские ботинки 45 размера. Больше нечего сказать. Так, кроссовки. Кроссовки 40 размера. Тоже в хорошем состоянии. Ну, обыкновенные кроссовки. Размер ходовой 40. Так, здесь у нас 38 размер. Марка Рикер. Кожа искусственная. Ну, Рикер популярный бренд. Сохранилась внутри наклейка. Делаю вывод, что обувь еще новая. Тут больше половины неношенной новой обуви. Остальное в отличном состоянии. То есть такая хорошая позиция. 34 размер. Это уже детские, вот как раз, не знаю, на зиму подойдут, не подойдут. Но, кстати, подошва здесь очень толстая. Это, я думаю, хорошо. Состояние хорошее. Может, даже новое. Судя по всему. Судя по этой леске. Все новое. Так. Размер. Вот новая. Абсолютно чистая подошва, новая обувь. Размер. Сейчас я вам скажу, когда найду. Девятый, что ли? Не знаю, ну, похоже на 42-й, если не ошибаюсь.
Новые. Так. Осталось несколько пар. Сейчас мы их посмотрим. Тоже в идеальном состоянии. Размер хочу посмотреть. Европейский 40-й. 40-й размер здесь указан. Так, мужские ботинки. Кожа натуральная. Подошва в очень хорошем состоянии, то есть сильного износа тут нет. Размер 44. Натуральная кожа в хорошем состоянии. Мужские ботинки. Так, бутсы. Бутсы марки Adidas. Размер здесь указан 43. В хорошем состоянии. Натуральная кожа, кстати. Натуральная кожаная бутсы. Ценители поймут. И последняя пара обуви. Это мужские ботинки 43 размера. Правда, кожа в данном случае искусственная. Такие вот ботинки. В хорошем состоянии. Что ж, на этом все.